Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как добавить отпечаток пальца на ваш смартфон Vivo Y70. Для начала давайте разблокируем наше устройство. И затем мы переходим в настройки. В настройках мы листаем чуть ниже и видим пункт «Безопасность». Заходим сюда. И далее жмем на отпечатки пальцев. Подтверждаем графический ключ, так как он у меня есть. Но, скорее всего, вам нужно будет выбрать либо графический ключ, либо задать пароль. То есть, в случае чего, если вы не можете активировать пальцем, то будет предоставлена вам альтернатива. И нажимаем «Начать ввод». И видим здесь у нас вот такой вот сканер, к которому мы и должны прикладывать палец, которым мы хотим подальше разблокировать наше устройство. Прикладываем палец, немного его перемещаем, прикладываем разными сторонами, так чтобы всю площадь пальца наш сканер отчитал. И видим, что отпечаток был добавлен. Жмем «Готово». И теперь давайте проверим, как он работает. Блокируем наше устройство. По идее, даже... Вот мы просто сюда нажимаем, и он разблокируется. Наверное, не очень удобная штука в том плане, что... Если вы в кармане просто случайно дотронетесь вот этим пальцем в эту точку, то у вас телефон разблокируется. Ну, а так, в принципе, работает он достаточно быстро, этот сканер. Все прикладываете, и сразу он разблокируется. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!